Пожалуй, самый известный и популярный среди населения аппарат Елатомского приборного завода «Алмак-01». В перечне показаний более 40 заболеваний. Это остеохондроз позвоночника, это тромбофлебит и варикозная болезнь, это гипертония первой-второй стадии, осложнение сахарного диабета, диабетическая ангиопатия и полинейропатия, это травмы, это различные невриты и невралгии и другие заболевания. Действие от применения этого аппарата можно охарактеризовать как обезболивающее, противовоспалительное и противоотечное. При применении препарата «Алмак-01» усиливается действие таких препаратов, как мази, таблетки и инъекции. Таким образом, количество принимаемых лекарственных средств можно существенно снизить при помощи «Алмага». Преимущество этого аппарата в чем? В том, что он простой в применении, то есть пользоваться им очень легко. Включили в розетку и 20 минут свободного времени. Он имеет длину 50 сантиметров, как раз по длине позвоночника. Его хватает от шейного отдела и до копчика. Вот как раз по позвоночнику, а плоские катушки позволяют лечь на него спиной. Весь август на прибор «Алмак-01» действуют финальные летние скидки. Так называемая «самая низкая цена в течение года». Еще один незаменимый помощник в поддержке своего здоровья – это аппарат «Диамак». Основное его применение – лечение инсульта, сосудистых заболеваний головного мозга и гипертонии. А для проблем, связанных с ЛОР-заболеваниями, у Елатомского приборного завода есть такой аппарат, как «Унилор». Приобретая аппараты Елатомского приборного завода, помните, что имеется противопоказание и необходима консультация врача. По всем вопросам можно обращаться по телефонам бесплатной горячей линии сети аптек «Вита» и «Ульянск-фармация», расположенных во всех районах Димитровграда. Татьяна Елисеева, Константин Белов. Наше время.